остаться. Я говорю, нет. Малой начинает плакать, мам, ну пожалуйста, бабушка, я соскучился, давно не видел. Я говорю, хорошо, оставайся, ладно, мы утром приедем, тебя заберем. Они в свои замеры какие-то там делали, они что-то на английском разговаривали, руку пожали и пошли. С начала гражданской войны на Донбассе погибли более 200 детей. В память о них в Донецке и Луганске появились аллеи ангелов с памятниками детям Донбасса. Мы хотим, чтобы о погибших ангелах узнали как можно больше людей, как в России, так и за рубежом. И тем самым пытаемся почтить память каждого погибшего на Донбассе ребенка.